Российского Союза ветеранов профессионально-рязанского отделения имею честь поздравить всех участников второго турнира, посвященного военной разведке. Сам же человек, который прошел, скажем так, школу жизни в этих войсках, хотел бы пожелать, что первое, выразить свое восхищение тем, что на самом деле до сих пор у нас люди не оставляют желания и надежды занимать военно-патриотическим воспитанием в рамках спорта, именно непосредственно предоставляя детям такую прекрасную возможность для реализации своих планов, и не только в плане физического совершенствования, но и духовного, потому что мы знаем, что спорт формирует достаточно много качества человека. Поэтому с наилучшими пожеланиями всем участникам, желаю всем успехов, чтобы не было проигравших в прямом этом смысле этого слова, потому что участие подразумевает по собой уже намерение, а значит, оно будет рано или поздно реализовано. Всем спасибо. Желаю всем успехов. Спасибо большое.